Здрасте, он сразу снимает, я прям уж. Это дочка. Здравствуйте. Юля. Тоже кинорежиссер. Правда? Да, учится. Пробки ужасные. Ну, вообще. Я вообще, ну, прям. Твой костюм. Они что, прикололись, что ли? Ну, тут сейчас все оделись, артисты. Старые вот эти старомодные большие платья. Парики одели. А ты 30-й год как бачишь. Голубого цвета еще. Ваш красный. Двухцветный, а борцы такой же одеваются. Такого же цвета у борцов. Ты один или с кем-то? Там не говорили с машиной? В какой машине? Ты не на машине? Нет, я ее оставил. Да, на слабость. Во двора, где-то даже. Вообще себе уже прикинь. Ну, если тебе будет смешно, очень, то я не один. Ты прям знаешь, что на самом деле ты сказал, ты два боксера. Прям так подумал. Да. Да. Вот когда греко-римской борьбой. Да, Брюс, да? Жесть, ну. Что такое вообще? Постарайся с ведущим, если он говорит, нет. Да, ты скажи, что он ничего на себе всего выйдет. Надо ведущим, да. Никого это не будет парить. Я даже вот с Валуей разговариваю, мы сейчас посмотрим, мы соревнованием ей тоже хочет, чтобы писать что-то снять. А потом мы когда выступали, как это надо, я просто умею. Я могу пальта на это слово. Пальта? Да. А ты не отвезешь туда? Пальто снимать? Да, да. Ну да. Да-да-да. Можно. Я думаю, вообще снять. Он ушел. Я обещал вернуться. Вот, я привел вам ведущего на письмо. Давайте. Вот, ну что, мы можем спуститься уже туда, да? В принципе, можем стартовать сейчас. Ну, пока еще люди при памяти нормальные. Конечно, пока люди все сидят. Да, идем. Как вас представлять? Я туда не пойду. Александр, можете не волноваться. Хорошо, хорошо. Я успел установить 30 мировых рекордов. Вот, один из последних рекордов. Притянул волосами подъемный кран весом 40 тонн. Вот, ну, стоит там. Сейчас как нет места загнать самолет, там пароход, он покажет свою мини-программу. Встречайте. А, стоп, подожди, где стулья? Стулья, мне надо посмотреть. Стулья там, Брюс, все готово. Ну, это надо туда разложить. Спасибо, а как? Давай поднимемся, там да мы нет. Разложим. Давайте я разложу эти штуки, что нужно сделать. А, ты пойдем мне объясни. Пойдем голову чуть-чуть поднимем, и ты мне скажешь, где куда тебе. Оба голову. Ты ведущий, там Ирина, там второй. Пойдем. Стулья готовы? Идите. Подожди, стулья готовы? Вот. Я хочу сказать, что вы лично приглашаете нас всех и скажите, да, у Брюса таких 10 будет, а у зрителей...
зрителей по одной. Чтобы быстрее парень был. Хорошо. Не засекайте, просто выбирайте. Договорились, это очень интересно. Сюда нельзя. Сюда нельзя. А как? Тирай, тирай. Потому что раньше не было. Нет, бывает и так. Сюда и по лестнице к земле. У меня сердце бьется, наверное, раньше какое-то. Да, но они прямо так идут, прям. Прям. Неприятно. Это для волнения, уже сердце мое. Успокойся. Сердце, успокойся. Сердце. Да, хорошо. Была одна. А? Первая грелка была дырявая, вторую дали. Еще ведущий сказал, нормальный человек без грелки в ресторан не ходит. Мы верим. Мы доверяем, но потом проверяем. Я не знаю, я так не волновалась вот это порвать. Два справочника, работа и зарплата. Я вообще колотилась как бешеная. Потрясена, так сказать, способностями этого молодого человека. У него большое будущее. Я понимаю, что и сегодняшний день уже. Я думаю, что да, просто молодец, здорово. Вот ее две книги было. Причем сначала один раз, потом все же мало там, и сейчас он взял грелку. Он надул. Ты ж надул грелку. Привет, здравствуйте. Человек надул грелку прямо вот тут на глазах, и она у него лопнула. Это не плакатик, это тетрадь, как бы, да? Но все равно здесь какие-то достижения. Класс, ты принес? О, супер, спасибо. Давай зачем-то слушай, а я сейчас тоже двигатель. Таким же логичным стеклом поджигал огнем. Поджигали огнем. Кулаками в кофейном плеере. 25 лет. Кулаком в кофейном плеере? 6 лет. Секундочку, 6 лет. Потянул руками машину «Волга» на 30 метров. Разбил кулаками от 8 до 10 литров. 7 лет. Потянул руками «Волгу» с пассажирами уже. От волнения есть. 8 лет. Волнение? Поднялся бегом на останки зубопашины 20. 9 лет. Потянул зубами джип без зуба. Да, вот у него длинные волосы. Тихо, тихо, тихо. За что вы вот так? Я вот сам. 13 лет, как мой сын скоро будет. Ну, волосами автобус «Икарус» весом 14 тонн, в Сочи причем. Это что, вообще такой нет второй. Ну, волосами корабль с весом 105 тонн, Батуми. Порвал руками один из справочников. Мы там, это надо оставаться на 3 года по контракту.